20 марта 1945 года. Войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии. Они овладели городом Браунсберг, сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фришгаф, а также с боями заняли более 40 других населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта овладели городом Альдам и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на правом берегу реки Одер. За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 69 самолетов противника.